связи с началом холодов и отопительного сезона необходимость проверки газа в жилых домах встает особенно остро. Работа по обслуживанию оборудования является одним из приоритетных направлений специалистов газовой службы. Цель рейда – это прежде всего, значит, безопасность пользования газом, согласно постановлению. Значит, наличие утечек, также смотрим правильность монтажа, и чтобы оборудование было в порядке. Всем абонентам заранее направляются письма с предупреждением о предстоящей проверке. Очень важно, чтобы жильцы допускали специалистов к осмотру оборудования, ведь от этого зависит их собственная безопасность. Необходимы такие рейды, необходимо общаться с собственниками жилья, необходимо проверять оборудование, потому что у нас у всех есть дети. Мы очень хотим, чтобы все было надежно и проверено, и чтобы нам жилось здесь спокойно и хорошо. Нередки случаи, когда бытовые газовые приборы установлены незаконно, особенно в частном жилом фонде. Это может привести к тому, что весь дом останется без газа. Мне бы хотелось, пользуясь случаем, призвать всех жителей Ульяновской, Ульяновской области к тому, чтобы для замены технического обслуживания и все, что связано с эксплуатацией газооборудования, нужно обращаться к квалифицированным специалистам, то есть специалистам организации «Газпром газораспределение Ульяновск». Абоненты, которые отказываются от обслуживания, получают штрафные санкции. Отсутствие договора о техническом обслуживании является основанием для прекращения подачи газа. Лисан Фикрединова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.